Снесло половину корабля. Ну и что теперь мне делать? Я ж прапрадед, что ли? Прапрадед? А прапрадед, да. Я ж прапрадед. Я ж очень старый. Что мне делать на острове? Может, мне починить корабль? Двойной раз на разнесло, блин. На, подумай. Получается. Так, мне надо заминировать один из их двигателей, наверное. Хотя вот это, мне надо заминировать этот камень, потому что он мешает нам выкрасить этого камня почему. Блин, реактора от бомбы нет. Сейчас поищем. Коробочка, блин. Книжки скажу. Еще двигатель. Вот и двигатель. А вот почему этот подпрыгивал. Теперь я и понесу наш двигатель. Да? Ты чё, гребаный двигатель? Ой, нет, я свою бомбу сам попал. Видишь, какие косатины? Мне опять подорвало или что? Да задрала моя бомба уже. Чуть не сдыхаю, блин, от нее. Что происходит? Надо далеко отниматься от бомбы. Чтобы она, если я здесь подорвалась, не подорвала. Всё, подорвала. Выгоню от корабля. Хотя давай пошли квадратик. Вот еще летят. Двигун мы забираем. Так. Двигун. Поминка для починить. Ну что, буду я чинить. Правда, теперь пиратский. Как бы. Ковальный у нас все же есть. Ну что, поднять паруса и поплыли. Вообще какие-то косяки были. Вообще, что? Тачка.
ты эти. Что тут вообще происходит? Я тут побродил и посмотрел, что на крыше какого-то хрена есть переходики. Что это? Монстр танк. Поставлю вам больше монстра танк. Я эволюционирую ваш игман. Полностью радио. Что делать? Бежим! Танк! Лучше спросить это, кто это вообще? Это чудовище. Она упала. Я сразу же встал. Хотя мне дед и брат, мой сын, короче, и сын моего этого рассказывал. Сын моего сына, короче, рассказывал то, что, короче, они убедили монстра, но он был не таким. Говорили, что он был черным. С красными штуками. Стоп, вот красными. Стоп, функционировал с помощью радиации. Ну это мега танк. Что делать теперь? Так, метод ты подбира. Ну что, скажи, знаешь, какой это? Он грохнул. Я придумал, как его убить. Ну давай же, попробуй пройти. Не можешь. Вот он. Так. Мы на самой большой высочине. Бежим.
Я еще вернусь.